Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной роллинг после обновы. Русский Android-сервер, аккаунт Дмитрия, моего подписчика. И у нас выбивание героев. Аккаунт немножко донатный, как он сказал. Вижу Огника, но, наверное, донаты тут мало. 52к, не, нормально уже так доната. Если молодой начинающий аккаунт, то, в принципе, здесь должно быть нормально донатный герой. Варлока не вижу. Мастер Рун, Одержимый, Некрос, Лео. Блин, да тут дофига надо выбивать. Дуэлянт, Божество, Оккультист, Медуза, Асура. Нифига себе. В общем, поехали. Поехали, будем пробовать что-то вытащить на русском сервере. Я вчера у себя здесь просто тупо слил 100к и нифига не вытащил. Попробуем сейчас у него вытащить, надеюсь, повезет. Находится он в гильдии Сатурн, кидайте заявочки. Вступайте, русский Android сервер, WhatsApp на экране, качаем часовых. Первые места битвы гильдии атака фортов. Так, ну, героев посмотрели, поехали, будем пробовать что-то выбивать и параллельно смотреть, что нам упало. Призрачный всадник, Ворожей, Атлант, Бульдозер, нифига себе, ну это вообще просто бомба. Это бомба была, начало было эпичное. Бог Грома, Паладин, но без Паладина, по-моему, сегодня никуда. Ведьма. 50к самоцветов, призрачный всадник опять. И опять начался трэш. Суккуб, Друид, да вы чего угораете, Афинка. Так, окей, остановимся немножко, поехали, посмотрим, что у нас есть. Богемен, Химка, ну Суккуба нету, это просто подарок. Суккуб, Бульдозер, Ниндзя, Асура, Богурома, Капитан, ну не знаю, сейчас посмотрим, что у него тут есть. Так, ну Суккуба, я не знаю, что не открывает. Фея, Медузка. Странно, странно. Ну смотрите, Космо, две землеройки, блин, обалденно. Ворожей хладный. Брум-брум-брум-брум-брум. Вроде и набили только что, знаете, так нормально так нападало героев. А толком-то мы нифига и не выбили. 15к просто улетело. Ну, у него эти герои есть. Странно, давайте их пооткрываем. Я не знаю, почему люди не открывают героев, если они есть. Во-первых, это ж прибавка к силе. Ну, силу, конечно, не обязательно качать, но можно их даже не прокачивать. Хотя бы видно, кто есть, кого нету. И плюс можно прокачать хоть как-то потом героям скиллы. Так, Тесса, Одержимый, Ташка, Варлок. О, мы выбили фею, ребятушки, все, это имбовый роллинг. Получили за 15к фею недостающего героя. Жестко. Так, Бульдозер тоже открываем. Вы можете их не качать, можете их просто держать первого левела в алтаре, но так намного удобней. Такс. Че, все что ли? Понятно, что эти герои не тащат особо. Так, Бугрома еще. Тинка, Дед Мороз. Ниндзя.
Блин, так неудобно, кстати, вот иногда заходишь на аккаунт. Нету бога грома, нифига, а не есть. Все равно места потом придется открывать. Рано или поздно надо будет это сделать. Тесочка. Тоже ж классный герой, что его не открыть, не забрать. Так, ну вроде все, поехали дальше. Поехали, ребятушки, дальше. Чик, наемный убийца. Мне кажется, надо сбегать. Землеройка. Третья землеройка на аккаунте. Я офигею. Многие ребята хотят этого героя. ПБшечка. Дракокасик и Медузка. Многие ребята хотят такого героя получить. Он реально бомбический. У меня на русском сервере на сардельке есть. И, блин, такой герой должен быть у каждого. Он реально крутой для PvP-локаций, для битвы гильдий, для прохождений некоторых локаций. Но герой бомба. Поехали дальше. Кстати, сегодня на трату ничего нету. А сегодня на русском есть. На редких. Нет, нету ничего сегодня. Укротитель сразу же падает. Ну, такое себе. Фараон. Блять, это просто жесть. Вот реально, что они сделали с рандомом? Герои вот просто говняно падают после обновления. Командорка, это уже получше. Не знаю, сейчас глянем, есть или нету. Я вот ролю после обновления, честно скажу, не сильно в восторге. Очень хреново начали падать герои. Не знаю, ли у всех так, но, по крайней мере, у себя я точно на аккаунтах заметил, что герои так себе падают. Некоторые герои вообще, если раньше просто сыпались, хотя бы сейчас их нету просто. Кавка. Призрак. Не, ну это просто бан. Бульдозер. Тыковка. Фея, блядь. Вы чё, угораете, IDG? Что это за фигня? Блядь. Вот знаете, вот то чувство, когда лучше бы просто не ролил. Потому что иногда бывает ролишь и просто тупо настроение на ноль. Но это просто жесть какая-то. Вот как можно... Как можно так давать героев рандомно? Блин, ну пипец, ни одной, скажем так, мега топовой имбы мы не увидели. 50к все-таки как-никак. Просто бред. То же самое у меня вчера на русском сервере на моем аккаунте. Я слил столько самых, в итоге нифига толкового не увидел. Стрелок. О май гад, стрелок. Королева гарпий друид. Одержимый. Понеслось, ребята. Землеройка. Ну вы чё, блин, прикалываетесь, что ли? Я просто в шоке. Честно. Аккаунт просто заточен на землероек, походу. Просто какой-то бред. Сейчас откроем одержимого еще. Ну я не знаю, как это назвать. Одержимый, это разве тот герой, который что-то сейчас изменит на этом аккаунте? Но герои у него действительно обалденные. 11 ПБшек. Ну, наверное, он с карты открывал. Но это просто жестко. Но землероек тут на нем. Я в шоке. Я просто ору. Бог грома. Дед Мороз. Блядь.
В общем, и такие роллинги бывают, и такие роллинги должны быть, чтобы показать, насколько на русском сервере говняный рандомчик бывает. Хотя он везде, наверное, по-разному все бывает. Бывает круто падает, бывает хуже. Самое главное не расстраиваться, потому что битва замков и так превращается в помойку. Поэтому поздравляю с недостающими мега-имбовыми героями, но, честно говоря, я в шоке после рандома, после обнова. Пишите, кто тоже ролил, у кого такая же хрень, но как по мне, это просто писец. Одни землеройки на аккаунт падают и... Блин, землеройка классный герой, но нафига он здесь? Все, пишите комменты, ставьте лайки, поддержите владельца аккаунта. Всем удачи, всем пока.